Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Барух ата Адонай Элохейну Мелех Аолам Ашер Вехрабану Миколь Гамим Унатан Лану Торато Барух ата Адонай Нотен Хатара. Благословен Ты, Господь, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Друзья, не знаю, обратили внимание вы или нет. Скажите, вам комфортно здесь, в этом помещении? Я хочу сказать, что я когда-то давно, еще будучи молодым христианином, обратил внимание, мы, когда с моей предыдущей общиной переехали в новое здание, я вдруг понял, первое служение, а нам комфортно. Нам все равно. Почему? Потому что мы друг с другом, а Господь с нами. Понимаете? То есть еще здесь переживаешь вот это вот ощущение мишпахи Божьей, да? Ощущение клесии, собрания Божьего. Вот что есть церковь. Не здание, да? Какие бы там купола не были и так далее. А вот когда-то придет время, определенное время, и мы будем праздновать Суккот, даст Бог, все вместе. Где? Там. Суккот, когда это... Потому что Суккот, это же ведь, он не заканчивается, он был вчера, он есть сегодня, он будет завтра. Вот. Будет тысячелетнее царство, это тоже Суккот, это его символ. Будет свадьба Агнца с невестой, это тоже Суккот, друзья. Амен? Итак, сегодня мы завершаем очередной годовой круг изучения Торы главой «Везот Абраха». Вот благословение. Это Дворим или Второзаконие 33 и 34 главы. В этом разделе, это последний 54-й раздел цикла, годового цикла, в этом разделе действительно говорится о благословениях, которыми Моше, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед своей смертью. Это прекрасные, возвышенные слова, где он говорит о силе и о благословении для каждого колена, о том, что там сыны Левия будут хранить завет и учить, значит, своих братьев закону Божьему, вот, заповедям Божьим. Потомки Иосифа будут пользоваться превосходнейшими дарами земли. И каждому колену у Моше, ну, у Бога через Моше нашлось свои добрые, благословляющие слова. И закончил свои благословения Моше так. Это Дворим 33, 26, 29. «Нет подобного Богу Израилю, аминь, который по небесам принес на помощь тебе во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты, народ Израиля, добавляю, под мышцами вечными, он прогонит врагов твоих от лица твоего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно один». Око Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Аминь. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя. Давайте скажем все вместе. Аминь. Аминь. Вот. Значит, этими словами заканчивается 33 глава Торы. Ну, можно сказать, сама Тора, потому что в 34 главе там коротко говорится о смерти Моше. Ну вот вопрос... В чем? Что есть Тора, да? Значит, и имеет ли она окончание? Почему я задаю этот вопрос? Дело в том, что у многих последователей Иешуа есть как бы такой определенный когнитивный диссонанс. Они говорят, что ну, Тора – это же закон, ну, это же Ветхий Завет. А сейчас мы где живем? В Новом Завете. У нас... не закон, у нас благодать, да, вот, и у них нет вот этой вот связи, и в то же время они понимают, внутри себя они понимают, что связь есть, и она
живая вот эта связь, а в чем она? Они не понимают. Знаете, и я это вижу, знаете, у меня в Фейсбуке много друзей, и прямо вот выкладывают про закон, о том, что там это вообще забыть и вообще отвернуться, понимаете? Ну, имеется в виду от Торы, там, давайте вот Брит Хадаша, Новый Завет, вот и все. Но ведь, друзья, это ведь не так, что, ну, Тора это ведь не только закон, да? Ну, имеется в виду Моисеев закон, и это не только, или не только Завет. Тора – это откровение Божье, это письмо Божье, которое написано через века, через тысячелетия, написано всем живущим на этой земле. О себе, о человеке, о грехе, о том, как грех, да, о том, как, для чего создал Бог человека, и какие прекрасные условия Он создал, да, как мы должны были жить, и как грех разрушил отношения между Богом и человеком, и, соответственно, земля претерпела, и человек претерпевает до сего дня. Вот. И о том, как Господь, Бог, Он через одну семью создал народ себе, для славы своей, для того, чтобы явить себя и славу свою кому? Всем народам, потому что с народами говорят только через... Ну, народ говорит с народом, мы не можем, я не могу говорить с народом, понимаете? Мне надо быть, я не знаю кем, чтобы говорить с народом, но народ, он может говорить с народом. И Бог, он через еврейский народ, он говорит со всеми народами. И пастор Олег, он говорил о том, что... свет, да, о том, что Израиль должен являть свет, он нести должен свет других народам. И Тора, она рассказывает об этом, о том, что Израиль он должен быть царством священников и нести вот этот свет Торы, свет Господа во все народы. А закон он был дан Израилю для того, чтобы хранить себя от великого развращения окружающих народов, чтобы иметь отношения со своим Творцом. Это сердцевина закона, это сердцевина жертвоприношений. Иметь возможность общения с Богом, чтобы грехи покрывались, чтобы грехи, которые не позволяют прийти к Богу, чтобы они были покрыты, и можно было иметь общение с Богом, со своим Творцом. Вот. И, соответственно, народ Израиля, он через свою святость, да, через свою святую жизнь должен был учить другие народы святой жизни в Господе. И это Тора, да? А заканчивается ли Тора? Вот мы сегодня как бы читаем последнюю главу, да, вот, значит, последние главы, заканчивается ли она. Ну, вот смотрите, вот. Например, что есть книга Иисуса Навина, да? Она рассказывает о том, как народ Израиля, сильный в соблюдении Торы, да, сильный в отношении с Богом, пошел и завоевал землю обетованную, которую Господь ему обещал. В книге Судей что мы видим? Как народ Израиля постепенно отходил от Торы, да, и имел множество проблем, отходил от взаимоотношений с Господом, и имел множество проблем для своей жизни. Исторические книги рассказывают, как Израиль дошел до формального исполнения Торы, да, формально приносил жертвы, о которых в Исаия Бог говорил, они мне неприятны, ваши жертвы, да, потому что у вас сердца не те. Вот. И дошел до идолопоклонства, был уведен в Вавилон, да, и только по милости Божией и по верности его завету он был возвращен из вавилонского плена. Книга притч учит жить в повседневной жизни согласно Торе. Значит, псалмы учат нас, что приближаться к Богу, так как Тора этого хочет, так как Бог этого хочет, чтобы мы любили его всем сердцем, всей крепостью, да, всем разумением, значит, и всей душою своей, то есть всем своим естеством, чтобы мы... И об этом книга псалмы, о том, как исполнять Тору в отношении с Господом. Да. Книга пророков рассказывает, как Бог через своих пророков взывал к Израилю, чтобы он вернулся на пути древние, то есть к Торе, чтобы он вернулся к исполнению Торы, значит, и что придет время, и книге пророков говорилось, и что Бог вложит что? Тору, не закон, друзья, там написано слово Тору, он вложит Тору в сердца, и в еврейском переводе написано, вот мне очень понравилось, в глубину души. Мать, придет время, и Бог вложит Тору в глубины души каждого еврея, каждого нееврея, вот, кто стремится познать Господу, и на сердцах их напишет. Это, ну, я не знаю, это великий образ, который, ну, он такой пронизывает просто до сердцевины души. И вот наступило время Брит Хадаша, вот, и Иешуа, живое Слово Божье, он разговаривает со своими учениками, это в начале своего служения. И что он говорит? «Не думайте, что я пришел нарушить Тору». Там написано закон, но на самом деле он сказал Тору. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». Это Матфея 5:17. Понимаете? Это связь, она непрерывная связь. Вот,
идет через все Писание. Что значит исполнить? Я просто напомню кратко, чтобы мы понимали, что есть тоже как бы, ну, это тоже одно из пониманий. Исполнить значит своим рождением, жизнью, смертью и воскресением прокомментировать Тору, понимаете? И подтвердить истинность того, что в Торе и всем Писании, ну, Тора, все Писание, это как бы развитие ее, да, чтобы все подтвердить, все же сказано о нем, как о Мессии Израиля и Спасителе мира. Исполни, значит, открыть через крест Голгофы и свою кровь новый путь к Богу. Друзья, не забываем, закон, он был дан, в сердцевину закона это одно, путь к Богу, путь в Его присутствие, путь в общение с Ним. Так вот, крест и Голгофа, она открывает этот новый, живой путь принятия Мишуа как своего Господа и Спасителя. Каждый верующий, он становится на этот путь, он может приходить в присутствие Божье и иметь общение с Ним, и он уже, и иметь усыновление, да, и удочерение, сестры, не обижайтесь, там имеется в виду то же самое, это слово усыновление касается и сестер наших, вот. Иметь с ним мир, общение и усыновление. Исполнить, значит, вложить Тору куда? Во внутренность, в самую глубину души. Вот зачем пришел Иешуа, чтобы Тора, она была у нас, в глубине нашей души, она была написана на наших сердцах. И исполнить, это не только научить правильно понимать Тору, да, но и дать власть и силу ее исполнять. Аминь. Это очень важная составляющая, власть и силу исполнять, жить по Торе. И еще раз повторю эти слова Иешуа. Не думайте, что я пришел нарушить Тору, начало Писания, или пророков, сердцевина Писания, да? Не нарушить пришел я, но исполнить Новый Завет, завершение. Вы чувствуете, как бы эти слова, они как бы вот, они соединяют все, все Писание Торы, да? От начала до завершения. Они соединяют, делают ткань Писания неразрывным. И уже нельзя отделить Брит Хадаша от пророков. Нельзя отделить Брит Хадаша от Торы. Это единое живое полотно от начала, с первого до последнего слова. И то, что мы делаем, понимаете, когда в проповедях, в комментариях мы учимся соединять это все, учимся видеть всю глубину Тору для нашей жизни. И далее Иешуа продолжил свои слова, вот те, которые я вам прочитал. Они говорят о том, что заканчивается ли Тора, друзья. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все». Она жива, она действует, и она будет действовать во имя Иешуа, который есть наш Машиах. Благословляем вас, друзья. Вот, значит, и дай нам Бог, да, вот, ходить пред Господом и исполнять Его Слово, и прославлять Его в наших жизнях и служениях. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.